Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И так как мы все до сих пор сидим на карантине, но я верю, что рано или поздно это все закончится и наступит лето. Ну и, конечно же, мы все ринемся идти в поход, кто-то поедет в лагерь. Но чтобы быть душой компании, вам нужно уметь играть простые песни у костра. Если что, у меня есть целый плейлист на канале таких песен. Ну и, конечно же, этот плейлист сегодня пополнится еще одной популярной простой песней у костра, а именно группа «Звери», «Районы», «Кварталы». Ну а перед началом этого ролика я хочу напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Тем более нам с Пеппой будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. А теперь представь, что мы сидим где-то у костра, я пою эту песню, а ты мне подпевай, окей? Погнали. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке. Раз веселые зрачки, твое имя на руке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Разбор на укулеле. Песня супер простая, на четырех базовых аккордах все строится. Первый аккорд — аккорд АМ, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Второй аккорд, который нам понадобится, это аккорд ДМ, мы зажимаем четвертую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на первом ладу. Далее идет аккорд Е7, мы зажимаем четвертую струну на втором ладу, а третью и первую на втором. И четвертый аккорд, который попадается у нас всего лишь в нескольких местах, аккорд Фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором ладу. Получается АМ, ДМ, Е7, Фа. Вот это все аккорды. Теперь, что касаемо боя. Бой супер простой. Два удара вниз и одна заглушка. Получается... И данный бой мы играем один раз на один аккорд. И получается. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Так мы поем целый куплет. А на слова «твое имя на руке» мы начинаем играть удары вниз на каждый слог. И получается. Твое имя на руке. Твое имя на руке. Итого 7 ударов вниз. Твое имя на руке. Но на самом деле вы можете не считать. Вы прям почувствуете, как нужно это сделать. Теперь соединим полностью этот куплет. Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке. Развеселые зрачки, твое имя на руке. Да, на последней четвертой строчке у нас добавляется аккорд Фа. Теперь, что касаемо припева. Припев мы также сохраняем на первую и третью строчку тот же самый бой с заглушкой, то есть... Районы, кварталы, жилые массивы. А уже на вторую и четвертую строчку у нас появляется другой бой. Бой будет следующим образом выглядеть. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. И при этом мы его делим на два аккорда. И получится, на первый аккорд будет играть вниз, вниз. На второй аккорд вверх, вверх, вниз, вниз. Это будет на слова я ухожу красиво». Я ухожу, ухожу красиво. И получается, районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. И таким образом строится вся песня. Если тебе понравился этот видос, то, конечно же, отблагодари меня лайком. Можешь написать комментарий, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ах да, у меня наконец-таки появилась страничка на Бусти. Теперь вы можете все мои труды и старания поддерживать своей копеечкой, а взамен получать всякие крутые ништяки. Если что, все ссылки в описании, обязательно переходи. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.